15 июня на базе водолечебницы санатория-профилактория «Лесная поляна» Смоленской атомной электростанции состоялось открытое первенство города по гребному спорту. Открыл соревнования директор Смоленской атомной электростанции Андрей Петров, при поддержке которого было принято решение возобновить регату, не проводившуюся в течение нескольких последних лет. Сегодня в городе Бесногорске спортивный праздник. Сегодня впервые за многие годы проходит открытое первенство по гребным видам спорта здесь, в городе Бесногорске. Сегодня здесь, на водной глади нашего замечательного водохранилища, развернутся необычайные баталии. Поэтому не бойтесь выплескивать свои эмоции, потому что я уверен, все они сегодня нас будут захлестывать и перехлестывать, но все это на благо развития десногорского спорта. Высоко оценили подготовку регаты почетные гости Десногорска, чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ Виталий Завьялов, судья международной категории Юрий Родионов и неоднократный чемпион мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов Роман Вернхоф. Этот спорт будет развиваться, он имеет прекрасные перспективы в городе Десногорске, имея такую уникальную базу и уникальные условия для тренировок. Я думаю, что эти условия одни из лучших в России, потому что возможность тренироваться в Бесногорске определяется только температурой воздуха. Вода, мы знаем, здесь не замерзает никогда, она теплая и дает возможность практически 8-9 месяцев тренироваться на воде, что для России это очень уникально. В регате принимали участие спортсмены из Десногорска, Калуги, Тучкова и Чебоксар. Возрастной состав тоже был разнообразным. От самых юных спортсменов до настоящих ветеранов гребного спорта. Соревнования проходили сразу в нескольких видах. Это одиночные байдарки и дуплеты. Самыми зрелищными стали гонки на драгонботах, украшенных головами драконов. Сегодня был очень сильный финал. Я даже не ожидал, что ваши ветераны гребного спорта составят нам такую конкуренцию. Держались практически всю дистанцию за нами. И на финише мы прям буквально немножко у них выиграли. Так что спасибо за борьбу. Этот вид спорта хорош тем, что любой может сесть в лодку, взять весло и грести. То есть мы можем пригласить и вас, и вашего оператора сесть с нами в лодку, составить с нами одну команду и прогрести в лодке. А первое ощущение, когда вы первый раз сядете, это вообще просто что-то великолепное. Это фантастика. Когда 10 мужиков гребут одновременно, вы видите их спины, видите их руки, они пашут. Ну просто, знаете, вот первое будет впечатление просто фантастическое. Для гребли просто отличное место. В принципе, у вас и озеро не замерзает, как мы слышали, теплая вода. Поэтому тренироваться здесь одно удовольствие. И хорошо нас приняли. Большое спасибо организаторам соревнований. Будущее, я думаю, гребли здесь. То есть это будет хорошее гнездо такое, где будут расти гребцы, которые прославят Россию. Немало горожан и гостей собралось в этот день на пирсе, чтобы поболеть за участников соревнований. Очень здорово, что возрождается яхт-клуб, потому что, имея такую спортивную базу, было бы грех ей не воспользоваться. И вообще, я думаю, что постепенно Десногорск становится основной спортивной площадкой Смоленской области. Это здорово, замечательно, дает перспективы развития города как спортивного центра. Призерами соревнований стали спортсмены из Десногорска – Виктор Симонов, Александр Литовченко, Дмитрий Раков. Все участники соревнований получили памятные сувениры и призы. Ну а мы надеемся, что о наших спортсменах из Десногорска вскоре услышит вся Россия.